Но нам снова нужна твоя помощь. Немедленно езжай на гоночную трассу. Парню, который должен был выиграть гонки, сломал руку какой-то громила. Это не случайность. Видишь ли, тебе придется участвовать в гонках. Но, Фрэнк, я... Том, до гонок осталось полчаса. И у меня нет времени обучать вождению кого-то еще. Боже, Том, здесь замешаны большие деньги. Это ты понимаешь? Ага, ладно. Фрэнк, но... Так что я жду тебя здесь, на трассе, как можно быстрее. Получается гонка? Получается легендарная гонка. Сейчас будет. Ты, вижу, не очень доволен. Да, так оно и есть. Так, ну что, let's go. Ой, бля, не то. Не то, как? А, бля. Уже все подзабыл. Ёбана. Ну вот, на этом поедем. Так, ну нам с тобой... А, я карту не могу смотреть, охуенно. Честная игра. А-а-а. Значит, будет легендарная гонка, если это пиздец. Нам еще туда ехать вниз. Еще и на время эта игра, охуенно. Миссия, точнее, игра, блядь, а-а-а. Так, ну, в принципе, что могу сказать? Мы продолжаем проходить мафию, да, пока я еду. Скажу, вот это все скажу. Что надо было сказать в начале, а я такой, а зачем? И в итоге забил на это хер. Да ты ебаная лень, блядь. А, приятного всем просмотра, там, Саш, поудобнее, пледик обязательно. Кофеечек, чаечек, кто что любит. Приятного всем, кто сейчас кушает, да, если. Приятного питья, если кто-то что-то пьет. Приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Извиняюсь. Бля, сейчас легендарная гонка будет. Сейчас легендарная будет гоночка. О. Let's go. Здорово, ёбана, блядь. Пожалуйста, что, блядь? Пожалуйста. Не за что. Томми, я знал, что мы можем на тебя рассчитывать. Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не гонщик. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кажется. Тебе надо прийти первым, чтобы мы выиграли. Придешь вторым и деньгам каюк. Но раз мы подправили машину этого клоуна, все должно пройти гладко. И еще, на таких скоростях столкновение обычное дело. Следи за остальными ублюдками. Удачи, Том. Я знаю, ты можешь. Ну, я в это не верю. Том, половина соседей и все наши парни поставили на гонщика Дона. Знаешь, что значит проигрыш? Это будет проигрыш Дона. Мы просто растеряем все уважение, ради которого рвали задницы. Люди доверяют нам, в том числе и свои деньги. Ты понял, что поставлено на карту? Ага, я понял, Фрэнк. Я понял. Не переживай, сынок. Покажи им всем, из какого ты теста. Почему тесто, блядь? И не из теста, ебать, из мяса. Сложность легко. А что-то еще есть. Норма, трудно. Профи. Нет проблем. Я думаю, нет проблем. Давайте легко, ладно, поставим. Или средний все-таки. Норма. Трудно, профи. Может, был какой-то интерес, норму поставим. Окей, let's go, блядь. Вот он, челик, блядь.
Блядь, ёбаный ты олень-то нахуй. Так, ну мы с вами третий едем. Нормально все пока что. Опа, нахуй. На таком вас не учили, ёпта. Сосёшь, блядь. Сука, сюда иди, ёбаный, блядь. Так, главное, хладнокровный, да? Типа, вот это все дело. Соблюдать. Бля! Ей, давай, езжай, ёпта. Колымага, ёбаная. Отсосёшь, блядь. Хотел меня столкнуть. Видели, блядь? Вот это видели, да? Бля, давай, давай, не теряй обороты, главное не терять обороты, просто все. Вот что вот это еще. А, 5 кругов? Чего нахуй? Чего, блядь? 5 кругов. А нормально так, да? Я его пока догоняю. Можно по внешке выйти. А по внутрянке, точнее, внешка вот, наверное. Давай, давай, давай. Ну, Колымага, езжай, ебаный ты, блядь. Давайте по внешке поедем с вами. Она была быстрее. Так, все будет поворот, да? Я по внутрянке пойду, наверное. Если лучше по внешке идти, да? Я по внутрянке пойду, похуй. Я вылетел, вылетел, вылетел. Опа, засейвил, засейвил. От души, мужик. Мразь, блядь. Я-то удержу, блядь. Не сомневайся у меня, блядь. Сука, тварь такая, смотри на него, блядь. Вот ты тварь, что ты догоню тебе, пизда, блядь. Сюда. Да, мне тоже челики. Так, лучше по внутрянке, я думаю, заходить здесь. Или по внешке, да, по внешке. Я второй еду. А третий даже. Что, с такого не учили, да? Не, тут даже дрифтовать не надо. Пошел на. Надо просто нормально ехать и все. Ну, ты мразь, блядь. Вот и сам вот и встал, да. Пока мы едем второй круг, только у нас 5 кругов с вами, ребята. Не, челики, вы даже... Сейчас их напрямую выебут, потому что они там будут останавливаться. Я чуть позже остановлю их. Чуть позже остановлюсь. Чтобы хотя бы как-то догнать. Отдогнал. По внутряночке. Ой, я извиняюсь. По внешке. Сначала по внутрянке заходил, а по внешке вышел. Нормально. Сосёшь, блядь. Вот и все, блядь. А то он меня сбил, блядь. Сейчас тоже хотел, видели, блядь. Теперь сам встал, весь поток остановил. Главное сейчас ошибки не совершать и все. Идеально проезжать круг. Хотя попробовать. Все, по внутрянке мы зашли. И идем просто по прямой сейчас. Они нас догоняют, я не спорю. Слишком поздно. Сосёшь, мужик. Сосёшь. Я слышу его. Все же говорю тебе. Прям слышишь, прям сзади меня едет.
Сейчас буду гонять меня. Последний круг, ребят. А, нет, предпоследний. Сосёшь нахуй. Ну ты хуило, смотри на него, блядь. Пидор, блядь, ёбаный, слышь нахуй. Ну похуй, я так буду ехать за ним. Еще дерется, смотрите, что толкается. Чему, блядь? Тьфу нахуй. О, ёбана! Блядь! Вы пришли, блядь. Блядь. Давай еще раз, блядь. Нет, еще раз, кой нахуй. Все, все, let's go, блядь. А, блядь, извиняюсь, сейчас. Надо было ускорять раньше. Надо было раньше уже ускоряться. Ну ладно. Нормально, нормально, нормально. Да как это наш главный персонаж, да? Дергается вообще, блядь, интересно. Даже немного уморительно. Что у нас с колесами, блядь? Колеса, блядь, странные. Оо, тихо, 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 тихо. Так, здесь мы приостанавливаемся. Чуть раньше рано затормозил. Блять, ребята, меня развернуло. Ну! Езжай, 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 езжай. Что, сделал ошибку? Я тебе хуй, мужик, дам проехать. Сосёшь, блядь. Ты всё, на. И не выёживайся. Так, здесь мы чуть останавливаемся. Что очень хитрый такой, знаете. Не, мужик, я тебе не дам проехать. Ты же понимаешь? Надо от него отрываться на круг хотя бы. Зачем на пол круга? Надо от него отрываться. Что же, last круг? Да.
Давай, ёпта, езжай, ты что нахуй? Дядя, блядь, на 7-й передаче ебашит. А, нет, на 7-й, на 2-й. Понимаешь? На 7-й, блядь, я писал просто на пробег, блядь. 12772 километра. Поехали с вами. Что-то как-то задолбался чуть-чуть, знаете, так кататься. Это было опасно сейчас. Так, скидываем. Поворачиваем, все, можно догадывать. Не, все, мужик, я тебе не дам проехать, ты уже все проиграл, ебаный, блядь. Ну как, второе место займет? Мы что можем сделать сейчас? Как-то так, ебано, блядь. Мы первые приехали, блядь. 8.21. 8.21. Да, еще не забудь из него шампанского попить, блядь. Шампанского. Я знал, что ты не подведешь нас, Томми. Теперь ты действительно один из нас. Много людей заработали кучу денег на этой гонке. Томми, ты теперь всеобщий любимец. Люди это не скоро забудут. Кстати, заскочи-ка ты к Бертоне. Он тоже поставил на тебя и выиграл кучу денег, так что он хочет отблагодарить тебя, чем сможет. Ладно, заеду. Поздравляю, крутой герой. Спасибо. Нормально, блядь. Поздравляю! На, блядь. Клухи Бертоне. Так, ребят, ну давайте это оставим в следующую серию. Спасибо за просмотр, в первую очередь. Там лайк, подписка, комментарий. Вот, вам не сложно, мне приятно. В принципе, все, увидимся в следующей серии, давайте.